Сегодня братья и сестры Файрузы Фархутдиновой собрались, чтобы поздравить ее с почетной наградой – премией Ленинского комсомола. Жизнь дарит Файрузе много радостей, не меньше, чем сама Файруза дает людям. Вот и сестры. Не она ли помогла им встать на ноги, начать самостоятельную жизнь? Для брата Фирдависа она и по сей день все равно, что мать. Да и на работе, в бригаде Файруза руководитель, значит, опять же, немножко мать. И, похоже, чем больше у нее хлопот, тем энергичнее Файруза. У станка 2-3 нормы в смену, уже и пятилетку свою завершила. После работы комитет комсомола, партийные поручения, занятия в заочном техникуме, депутатские дела и управляется. Иначе сварщицу Ижевского автозавода Файрузу Фархутдинову не избрали бы в горсовет на новый срок. Замечательный это все же круговорот. От успехов хорошее настроение, а от хорошего настроения новые успехи.